Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера Tsuyoki Rival SR. Воблер выпускается в двух размерах 72 и 90 мм. У меня он представлен в размере 90 мм, вес приманки составляет 10 грамм. Воблер является суспендером и относится к классу Minnow. Имеет он длинное, прогонистое, невысокое тело. Как можно видеть, воблер достаточно неширокий. В головной части приманки располагается небольшая компактная лопатка длиной 12 мм. Причем интересно, что лопатка имеет вогнутую поверхность. Располагается она под углом 40 градусов, ну и воблер способен заглубляться до 1 метра. Приманка имеет магнитную систему дальнего заброса. Также в корпусе находится несколько металлических шаров, которые имеют некую свободу передвижения. Ну и во время проводки воблер издает вот такой вот звук. Благодаря системе дальнего заброса воблер имеет отличные полетные данные. Приманка оснащена двумя тройниками от фирмы Owner. Тройники очень качественные, острые. В носовой петле установлено качественное заводное кольцо диаметром 5 мм. Воблер можно проводить как равномерной проводкой, так и проводкой stop and go. Во время этих проводок воблер имеет собственную игру, то есть он переваливается вот так вот с бока на бок. Но все-таки, на мой взгляд, предпочтительнее проводить приманку твичингом. Производится она в 36 расцветках. Есть как натуральные цвета, так и кислотники. Есть очень интересные расцветки, где одна из сторон у воблера, соответственно, окрашена, к примеру, в серебристый цвет, а другая сторона там цвет золота. То есть такие вот интересные расцветки есть у данной модели воблера от компании Tsuyoki. Приманка отлично работает и в водоемах с течением, и в водоемах без течения. Предназначена для облова достаточно мелководных участков. Воблер отлично подойдет для ловли разнообразной хищной рыбы, то есть и щуки, крупного окуня, судака. Приманка имеет доступную цену. Советую обратить внимание на воблер Tsuyoki Rival SR90. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!